Сегодня я просыпаюсь, закуриваю сигарету, выпиваю бокал вина и думаю, о чем бы мне таком написать и поведать миру. Представляю себя Хантером Томпсоном. Да, да, да. И вот Рома в дневник и все такое. Как правило, эти люди уже лишены вот этой части иллюзии о журналистской работе. С другой стороны, люди, которые писали не просто для изданий, где нельзя комментировать и нельзя получить естественную реакцию, а которые писали для Хабра, для там, площадок, где есть активное комьюнити, они очень хорошо понимают, что э, лучше перепроверить факты. Нельзя э, от бедра, в общем-то дополнить текст какими-то личными, не знаю, личным мнением, которое плохо увязывается с реальностью и прочее, прочее.